Слушай, какой-то вообще что-то не очень. Что-то он не очень. Не знаю я еще пока. Так, что у нас тут еще? Надо какой-то лучше. Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру в Castle. И мы думаем улучшить либо лучников, либо замок. Давай попробуем замок улучшить. Так, все, мы добавили. Добавили мы здоровье даже нашему замку. Хорошо. Короче, надо прокачивать конкретно замок. Да. Прокачивать замок и прокачивать наших лучников. Лучников у нас много, поэтому скорость выстрелов нам нужно прокачать, чтобы они стреляли очень часто, очень много, и тогда мы будем хорошо побеждать. Давай сюда молнию, давай этого нашего монстра. Солдатиков, побольше стрел. Вот, хорошо. Вот этот чувак стоит, давай мы ему тоже... Надо бы его поменять на стрелы. Вот это тоже деньги приносит. Вау, босс пришел. Слушай, смотри. Так, босяра, давай тут. Я тебя сейчас постреляю, слушай. Во. И еще молнии тебе дам. Хорошо. Все, босс повержен. Замечательно. А, давай вот этого сейчас поменяем. Знаешь, на кого? На кого-нибудь лучника. Или давай вуду вот это купим. Не знаю, что он делает. Ну, прикольно. Давай апнем его немножечко. Так, все, кончилось у нас. Это что такое у нас? 1, 2, 3. Слаб. 1, 2, 3. Ну давай, 2 нажмем. Фигня какая-то, короче, слушай. Что это такое вообще? Слаб. Ладно. Все, поставили этого Вуду? Да, замечательно. Поехали, смотрим, что у нас даст Вуду. Вуду, ты что делаешь? Алло. Ты стреляешь там или что? А, вон он что делает, Вуду. Какую-то этот пыль добавляет. Ну ладно. Посмотрим. Надо будет его прокачать, в принципе. Тогда, может быть, что-нибудь будет лучше, он как-то стрелять. Не знаю, что он там делает, но... Посмотрим, надо... мы же его еще не прокачали даже. Ух ты, деньги там, смотри, добавили, прикольно. 29 тысяч монет у нас. Это мало, это очень мало. Нам нужно очень много монет. Вообще, надо прокачивать лучников еще, да. Потому что они в красной шапочке только 4 человека у нас стоят. Но они дофига стоят, 20 тысяч. 20 тысяч. Поэтому я даже и не знаю. Даже и не знаю, чтобы прокачать такое. Ладненько. Давай сделаем, давай прокачаем хотя бы одного. Вот. Все, отправляемся в бой. Будем по одному хотя бы прокачивать лучник. Тогда, я думаю, будет неплохо со временем, в будущем. Так, и за каждую катку мы получаем где-то около 10 тысяч с вами. Даже больше, даже 12 тысяч. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас это мы с вами проверим, посмотрим. Ага, вот. Так, опять смотри, сундучок. Ой, хорошо. Один алмазик нам дали. Хорошо, неплохо. Так, давайте выстрелим сразу туда побольше стрел. А сюда побольше этих молний. Так, Вуду, давай попробуем, что Вуду сделает. Опа. Потравил он, короче, он их отравливает, прикинь. Вуду прикольный. Вуду прикольный. Давайте улучшим еще замок. Вот. И отправимся кого-нибудь победить. Хотел бы я. Ага, у нас здесь самый слабый противник, который 130 вот здесь, да? Угу. 130. Больше ничего такого слабого у нас нет. 140 это вообще много. Тут вообще просто какие-то цифры такие офигенные. Огромные. Ну давай. Где? Какой там у нас... Вот это, да, 130? Давай, поехали. Давай сразу выпускаем вот этих чуваков. Вуду. Так, может быть, я рано, конечно, Вуду сделал. Ладно. Посмотрим. Так, сразу у нас, давай, этих воинов отправим. Так, ну что у нас тут мана? Мана увеличивает нашу ману или как? Хоть немножечко. Ману-то увеличивает. Ждем. Ждем, пока увеличится это все, канитель. Так, у нас получается... Ну вот, мы их прям получше стали, смотри, мочить. Да, дамадж надо вообще увеличивать. Слушай, дамадж. Силу удара, мощность. Вот. Так, давайте вот это сюда постреляем, не знаю, что получится у нас. Нет, нифига. Ничего интересного не произошло. Так, вот они, ребяточки, идут. Сейчас мы их... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько у вас много-то? Слушай, алло. Так, давайте пыль сделаем вам в глаза.
Так, лучники, давай, отрабатывайте. Ох, 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 они наш замок, смотри, тоже подвоевываются потихонечку, давайте. Ребятушки, ну что ж такое-то, алло, давайте уничтожайте этих ребят. Так, солдатиков нам нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, пошли уничтожать мой замок. Все, проиграли, да. Не смогли мы, короче, завоевать. Мы какой-то вонючий замок не можем завоевать. 130. Сколько ж нам надо тогда мощи? Я не понимаю. И полтинник мы берем нормально. 70-80 берем, а вот 150 мы не можем взять еще. Да, не хватает у нас силенок. К сожалению. Ладно, тогда будем воевать на основной карте, да? На основной карте будем играть. Ну а что делать? Ничего не поделаешь. По-другому, ну никак. Ух ты, зима наступила, прикинь, неожиданно. Неожиданно. О, все, победа. Да. Надо, короче, пока всех красных я не сделаю, у нас ничего интересного не будет, ребята. Нам нужно прокачивать их. Прокачивать всех наших лучников. По-другому никак. Вообще никак. Давай сразу вот этого монстра выпустим. Солдатик наш. Пускай воюют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Я думал, вот этот будет стрелять хотя бы. Зомби, этот Вуду. А он вообще нифига не стреляет. Нам надо его заменить, слушай. То, что вот эта вот куколка его что-то ни о чем. Ни о чем. Меняем Вуду на кого-нибудь другого. А на кого, кого поставим? Смотри. Кто здесь есть? Ух ты! Летающий орк. Ну, непонятно. Он только на карте работает, видимо. Так, кто у нас тут еще интересный есть? Так, по деньгам. По деньгам. Самый дорогой. Давай посмотрим. Так, какой-то дарк. Скелет. Стоун. Типа камнями, чтобы бросать будет? Давай проверим его. Так, давай его поставим. Ага. Так, 20 монет. И он, типа, будет улучшен. Я его еще не посмотрел. Я еще не знаю, что он делает. Давайте пойдем. Батл. Сражаться. Так, а что он делает вообще? Непонятно. Что он там сделал? Слушай, ну какой-то вообще. Что-то не очень. Что-то он не очень. Не знаю я еще пока. Так, что у нас тут еще? Надо какого-то лучника ставить, потому что я вообще не понимаю, что он там делает. Короче, сейчас надо будет уменьшить скорость и посмотреть, что он сделает. Потому что так, в принципе, непонятно. Так, уменьшаем скорость и смотрим, что он делает. Не по... Ох ты, ё-моё, смотри. Чувак какой прибежал-то. Грозный, а? Босяра. Так, сейчас мы тебя постреляем, слушай. Ух ты, ух ты, ух ты. Подожди, подожди. Все, победа. Хорошо. Давай улучшивать лучше дамаж, вот этот. Да, больше ничего не будем улучшать. Вот только дамаж. Так, а что за зеленая веточка? Join и new. Давай join попробуй, что такое, значит. Так, ага. Непонятно. Join in guild. Join complete. А, это получается, слушай, это... А-а-а, это мы добавились в какой-то клан, я так понял. Ага, что это такое? Бонус голд. Так, это ничего не можем, ладно. Хорошо. А давай улучшим руку. Руку. Угу. 9500 всего лишь стоит. Да, 7 уровень у нас руки. Почему такой маленький? Давай улучшим. Вот так, хорошо. И проверим, как у нас будет. Вот, уже получше, смотри, нет? Не знаю. Так, смотри, что-то они какие-то слишком активные здесь вышли. Вот этот что делает, чувак, я так и не понял. Надо бы менять на другого, слушай, точно. Меняем его. На какого-нибудь другого дядьку. Который будет стоять и стрелять хотя бы. А то не просто он стоит, непонятно, что он делает. Что он там делает? Что-то крутит? Он что-то крутит. А что он там крутит, непонятно. Так, заработали какую-то денежку. Хорошо. Сейчас мы его заменим, подождите. Подождите немножко. Надо сейчас вот этих всех отвоевать быстренько. Все, хорошо. Ага, давайте его меняем нафиг. На кого меняем? Стоун. Что он там делает, Стоун? Тауэр, атак. СПД. Атака. Тауэр. Замок.
Что-то замок будет на 50% 3 секунды что-то там делаться. Ладно. А что такое за чувак? Game Speed увеличивает скорость игры на 10%. На 10-17 секунд. Ну, давай посмотрим. Давайте проверим, что он вообще делает. Так, все, поехали. А, он типа так вот просто увеличил нам скорость. Ага. Ну, в принципе, это так, знаешь, для чего нужно? Чтобы зарабатывать деньги, я так понял. Он увеличивает скорость, а мы быстренько это все проходим дело, не смотрим долго. Угу. Ну, тоже бесполезное, конечно. Бесполезное, короче, тоже он бесполезный, мы его будем менять, он нам нафиг не нужен. Ну что, он увеличивает, да? Ага. Ладненько, давай другого посмотрим, интересно мне. Другого чувака. Так, все, выиграли. Хорошо. Давай заменим тебя, знаешь, на кого? На кого? Давай на вот этого. Что это такое за? Какая-то лягушка. Так, 15 секунд, чего-то там. Так, проверяем. Проверяем вот эту штуку. А, выбежала какая-то лягушка. И что она? Что делает лягушка эта? Не по... Ее убили, лягушку. Короче, фигня. Лягушка это фигня полная. Ну, я пока и не понял, как, чего. Но мне кажется, это все лягушка вообще. Фигня. Фигня лягушка. Давай другую будем сейчас менять, что-то другое смотреть, думать. Так, монстрика, стрелы, воинов. Вот здесь понятно, воины вышли, там еще что-то. А лягушка это все фигня. Меняем лягушку на что-нибудь. О, динамит, смотри, гоблин. Гоблин будет динамитик использовать. Ну, давай попробуем гоблина. Что он там сделает интересного. Так, увеличим дэмэйдж. Хорошо. И отправляемся дальше в бой. Ага. А, этот стреляет, смотри. Слушай, вот это прям классный. Стреляет вот этими бомбочками. Вот это прям мне нравится. Слушай, вот этих надо побольше ставить. Да. Вот этого тоже надо заметить. Он непонятно, что тоже делает. Ну, нормально, смотри. Гоблин. Гоблин мне нравится. А, нет, это тоже стреляет, чувак. Его тоже не надо менять. Вот этого, который деньги приносит, может его убрать, в принципе. Мы лучше будем какого-нибудь воина поставим, будем завоевывать земли. Ага, все, выиграли. Выиграли мы, молодцы. Давай улучшим наших лучников. Раз, два, три, четыре. Три лучника всего лишь мы открыли. И отправляемся опять в бой. Попробуем опять завоевать этот замок. Не знаю, получится или нет. Так, у нас же тут добавились всякие штуки. Штуки-дрюки. О! Давай максимальное количество. Так. Что тут мы можем сделать? Так. О, давайте, давайте, уничтожайте этот замок. Хорошо. Да, если мы его всяко не завоюем, ну хотя бы посмотрим, до какого момента мы можем дойти здесь. Правильно? Вот. Хотя бы до какого момента. Ну, половину-то мы ему пробьем. Это 100%. Половинку. Да, половину мы пробиваем, ребята. Так, вы что здесь... Ух ты, ё-моё. Мимо, мимо. Это все плохо, что мимо, а не догоняет. Так, пробили мы половину, смотри. Да. Половину мы пробили, половинку. Это хорошо. Это неплохо. Так, воинов мы отправляем. Эх, кончилась мана у нас, слушай. Так, да, ах ты, все. Это плохо, конечно, когда уже мана у нас заканчивается. И вот эти вот все монстры, они выбегают. Блин. Что же делать-то, ребята? Мы только пол замка мы его уничтожили, да? Все-таки надо прокачивать. Прокачивать конкретно, пока мы не прокачаем всех лучников хотя бы. Даже суваться туда не стоит, ребята, на карту. Даже не стоит суваться. Да, конечно. Поэтому сейчас быстренько их этих победим. Получим денежек.
А короче, надо играть, просто играть и проходить эту всю карту. А потом только, когда мы улучшим полностью наших лучников, вот тогда мы и можем ух ты. Так, а ну-ка, тихо-тихо, босс, босс пришел. Босс, давайте его уничтожать, ребята. Во, победа. Замечательно, дорогие друзья. Ну что ж, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.